Привет всем! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике» я расскажу вам о производителе телевизоров «Витязь», где их собирают и производят. «Витязь» – это белорусская торговая марка, которая производит бытовую технику и электронику, которая начала свою историю с 1976 года. И страна-производитель – это Беларусь. По сей день все производство и сборка находится именно в Беларуси. Причем сейчас «Витязь» производит не только телевизоры, различную бытовую технику, но еще и различную медицинскую технику, даже мебель и многое другое. И плюс ко всему, на территории их завода собираются не только телевизоры «Витязь», но еще и различная техника других брендов, с которыми они тесно сотрудничают. Но «Витязь», конечно же, начало свою деятельность еще с 1976 года. Сначала они производили небольшое количество телевизоров, которое распространялось по всему СНГ. И по сей день на территории России можно встретить телевизоры «Витязь». Ну, конечно же, в связи с тем, что сейчас просто огромнейшее количество различных моделей, различных брендов, в том числе и российского производства, «Витязь» немножко уступает другим маркам, но все равно многие покупатели ценят и любят их телевизоры. И стоит отметить, что «Витязь» как производил, так и производит только качественные и надежные модели телевизоров. Причем они предлагают свои телевизоры по очень и очень доступной цене. Причем модели самые разные, от самых простых до самых каких-то многофункциональных. Причем «Витязь» очень тщательно следит за какими-то мировыми тенденциями, каждый год обновляя свои модели и применяя какие-то инновационные технологии. То есть, если вы хотите приобрести телевизор по низкой стоимости, но прекрасного качества, еще и, ну, грубо говоря, отечественного производителя, да, то можете смело брать телевизоры «Витязь», они вам прослужат долгие годы, и этому служат отзывы реальных покупателей, которые и сейчас, по сей день, пользуются телевизорами и отмечают только положительные стороны той или иной модели. Так что вы смело можете брать телевизоры «Витязь» сборки и производители Беларуси. Это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам оказалось полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!